Всем привет! С вами снова Елена Нифдуа, и это мой канал Радуга Твоя. Сегодня я снимаю видео о покупках канцелярии. И давайте же начнем. Первая покупка была вот такая вот раскраска, которая сам няма. Умная раскраска. Тут надо некоторые всякие штрихунтиром. Это нам с братом общее. Хотя он не очень любит. Это вот такие листы, просто мне что-то хочется раскрашивать. Так, и стоила она 63 рубля. Сейчас пролистаю. Ладно, не суть важно. Вот такая вот раскраска. Потом мой брат себе купил вот такие вот, как это называется, пластилин. Зо, 6 цветов. Так как у него как-то захотел лепить. Это вообще. Так, и стоили они так. Пластилин. Так, сейчас. 32 рубля. Такой вот пластилин. И, честно говоря, у него втихушку сейчас забрала этот пластик. Пластилин. Поэтому да. Потом следующая покупка. Это была уже моя покупка. Вот такой вот клей-карандаш. Фирмы Хадбер, не знаю, как клеит. Вот я тут вот склеила вот эту бумажку. Вроде бы клеит нормально. Стоил он, так, сейчас скажу. Так, так, так. Клей-карандаш 36 рублей стоил он. Тут 15 грамм. Так у нас нету ни Эрикраузу в магазине в Пальмаре, и ни, вообще ничего нет нормального. Потом это были вот такие вот очень классные фломастеры. У меня были раньше такие 10, только я покупала в другой упаковке. Стоили они, так, я, конечно, скажу. Так, 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 так. Стоили они 157 рублей. Это самые дешевые. Но, с другой стороны, они такие магические, как тут заверяет нам продавец. У меня такие лежат в деревне, там у многих колпачки, белый засох, там некоторые цвета засохли. Это моя память о детстве. Да, вот эти все цвета. То есть вот этот, который он пишет, каким он становится. То есть смысл таков, то что... Вот. Давайте я вам покажу. Я делала типа лоцвочки. Вот. Например, я взяла красный. И вот этим белым на нем нарисовала восклицательный знак. И стала на оранжевым. Вот так вот они меняют цвета. И также еще... Вот. Как они меняют цвета. То есть очень классный. Прям моего детства... И мне кажется, как бы очень классно. Тут их как 7 цветов. То есть 7 плюс 1, 8. Тут все цвета радуги. Очень классно. И также, так как я скоро пойду к моей подруге на день рождения, я купила вот такую открытку за 58 рублей. И с ним шел конверт. Он был запихан вот в эту вот обложку. Вот сюда. В общем-то, да, тут такое пожелание. И такая объемная кошка. Она в таком файлике. Пока что не знаю, как буду дарить. Поэтому да. Ну, кстати, вот мой сегодняшний чек из Пальмара. И да, если вам понравилось видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока.